Киев фактически саботирует работу международных экспертов на месте крушения Boeing 777. Мы настаиваем на том, что украинская сторона не дает европейцам и нам провести, найти какую-то среднюю линию. То есть европейские представители ОБСЕ, которые приехали в первый же день, они ждали приезда до 200 специалистов, заявил вице-премьер Донецкой Народной Республики Андрей Пургин. Ранее прокиевские силы с помощью РСЗО «Град» обстреляли зону безопасности вокруг места крушения Boeing 777. Власти Соединенных Штатов могут обнародовать дополнительные разведданные по авиакатастрофе авиалайнера Boeing 777 на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента США Джош Эрнест. Что это будут за данные, неизвестно, но после скриншота в соцсетей как главного аргумента о версии виновности России можно уже ничему не удивляться. Генконсул Украины Виталий Москаленко в Ростове-на-Дону объявил войну России. «У меня нет слов, чтобы описать то, что происходит. Идет война между Россией и Украиной», — заявил он. Однако против данного утверждения свидетельствует само существование такого несостоявшегося государства, как Украина. Напомним, 23 июля украинский генконсул приехал в больницу города Зверево, где своими глазами увидел, что к раненым гражданам Украины в России относятся с максимальной заботой и участием.